Сегодня 16 марта, и вновь с вами я, Камила Хакимуллина. Наконец-то пятница, друзья, и сейчас вы узнаете о событиях, которые сможете посетить сегодня вечером в Казани. Игроки. Детективный сюжет пьесы интригует до самой непредсказуемой развязки. Действие происходит на протяжении одного дня в трактире провинциального города. Именно в нем произойдет роковая встреча трех карточных шулеров. Песни Юрия Висбора. Проект «Бард-вагон» предлагает зрителям окунуться в атмосферу замечательных песен известного барда, актера, режиссера, журналиста и одного из основоположников жанра авторской песни Юрия Висбора. Душевность, открытость и музыкальность исполнения его песен, бережное отношение к интонациям автора, живое общение со зрителем сделают этот концерт незабываемым праздником души. Концерт группы «Луна». На сегодняшний день «Луна» – одна из самых актуальных и востребованных групп на российской рок-сцене. Их выступления всегда отличаются полным единением с залом и настоящим рок-безумием, царящим как на сцене, так и перед ней. Думаю, вы уже нашли себе занятие на вечер пятницы, но это еще не все. Смотрите внимательно, ведь в следующих сюжетах вы узнаете, куда сходить в выходные. В субботу в Корстене выступит Кравц. В его треках есть желание ответить сразу за все поколение. Осветить, как и положено, актуальному и современному рэпу остросоциальные проблемы. При этом в них остается ощущение легкости, при которой не теряется адреналиновый драйв. Группа «Вирус». Когда-то эта зажигательная музыка и необычно яркий неземной голос доносились из каждого уголка, вызывая у людей море позитивных эмоций. Сейчас группа «Вирус» уже легенда, но песни ее по сей день живут у миллионов людей в душе. В воскресенье казанцы увидят спектакль «Дуры». Сюжет разворачивается в богатом загородном доме, где происходит множество смешных и нелепых ситуаций. Взрыв автомобиля, захват заложников, киллеры и, конечно, любовная история. Не пропустите! Богатая на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей. Ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и прекрасных выходных!